Лаба Дена, добрый день. Сегодня в проекте «Ласка вопроса мода Литвы» почетный консул Украины в Каунасе Вигандас Бландис. Добрый день. Добрый день. Лаба Дена еще раз. Я на 100% уверена, что у вас, как почетного консула, с началом войны, то есть с февраля этого года, прибавилось работы именно в этом направлении. Да, конечно, как консулу, ну, просто не один, не два, не пять, не десять раз, а, наверное, сотнями раз, да, добавилось активности. Вот. Но это я не называю работой, потому что это не работа, это моя служба, это долг мой, да, это я служу тем людям, которые мне верят, и поэтому это время, которое я посвящаю, и моя команда, да, которая мне помогает, но мы все считаем, что мы должны отдать долг этой любимой стране. А что вы конкретно делаете? Смотрите, с начала войны мы практически были уверены, что будет большой поток приезжих сюда. Украинцев. Да, и надо будет готовиться к их размещению, помощи, трудоустройством и так далее. И только моя семья, около, наверное, 1000 людей разместила, да, по знакомым, друзьям, по людям, которые вообще нас не знали, но нашли и предлагали свою помощь. Но это, кстати, очень важно, потому что самое первое, с чем сталкиваешься, это с тем, где тебе жить. Конечно. Вот, и мы, понимая это, ну, как бы в первую очередь и туда и делали акцент, да, чтобы люди хотя бы могли где-то спокойно спать, да, без какого-то страха. Ну, а следующее потом, за что жить, да, как здесь найти свое место. Те, которые сразу так подумали, что они останутся дольше, сразу начали искать работу, и мы тогда сразу начали помогать с этой работой. И те, которые было понятно, что только временно, да, но первые там. Ну, в первое время, извините, в первое время все верили в то, что это будет 2-3 месяца, и мы уедем. Да, да. Но были такие, которые все-таки думали, что нужно уже сразу искать, да, чем заниматься, не нужно сидеть и ждать. Поэтому, ну, у каждой семьи, у каждого человека, наверное, свои были мысли, свои видения. Поэтому мы старались всех выслушивать сначала, да, а потом, как возможно, тем помогать. Вот, и, конечно, я очень-очень благодарен команде своей, которая, ну, без которой невозможно было бы что-то сделать, потому что просто физически, технически очень много работы, да, было такое действие, но не работает. Ну, конечно, конечно, потому что если вы человеку предоставляете, говорите, что есть жилье, что кто-то предлагает, да, то значит тут же встает вопрос, а этого человека нужно отвезти, а нужно познакомить, конечно, да, рассказать и так далее. То есть, естественно, да, вы один ничего не можете сделать. Да, очень много моих друзей подключилось, они ездили на границу, привозили сами этих людей, встречали там, переводили через границу. Ну, то есть очень много было такой физической, физической деятельности, да, которую, ну, невозможно сделать для одного человека. Вот поэтому я очень благодарен всем тем, которые помогали всем нам. Ну, это же не только этим занимались вы. Я знаю, что у вас тесные связи с Петром Бештой, послом Украины в Литве. Да? Кстати, в нашем разговоре он сказал о том, что украинцы не беженцы. Да-да, но они просто сейчас сюда приехали для того, чтобы, ну, отсюда помогать стране. Да.
И я знаю, что вы организовали и принимали, если можно так сказать, выездной консульский отдел, который приезжал сюда, в Каунас. Да, мы это сделали буквально недавно, да, и сейчас что мы видим, что есть потребность да, такая. Таких мероприятий, да, таких действий консульства в Вильнюсе, чтобы он выезжал в другие города, и это очень оправдалось, и люди регистрировались очень активно, и целый день был просто прием расписан по минутам. Угу. Там стояли очереди, и так я разговаривал с генеральным консулом, что он еще раз приедет, столько, сколько нужно будет людям. Угу. Да. Ну да, потому что очень важно. Есть мамы с грудничками, есть люди с ограниченными возможностями. И, ну, понятное дело, что, например, там у них есть или костыли, или коляска, но все равно это физически достаточно сложно. И поэтому то, что вот согласились на такие выездные акции консульства, это очень здорово. Да, и нужно будет это продолжать, потому что это надо. Да. Но я думаю, что к этим мероприятиям подсоединяются еще и какие-то культурные. Кстати, да, и даже с начала войны из Украины люди, которые, ну, люди культуры, да, они несут этот свет сюда, да. К сожалению, мы не можем свой свет туда нести, как культурный свет, да, потому что все-таки мы ответственны за людей, да, и все-таки безопасность, наверное, в первую очередь. Вот, но мы принимаем и здесь встречаем, и очень здесь активный Каунасский драматический театр, где тоже художники, актеры, они здесь себя могут реализовать, да, они дают выступления свои. Ну, то есть культурная деятельность реально, она очень активная. И в ней именно принимают участие украинцы. Да. Я и говорю, что культурная деятельность украинцев здесь очень активная. Да. Угу. Ну и Калуш оркестр сюда приезжал. Да. Было очень хорошее мероприятие. Я была на Жальгирис-арене. Да, мне очень понравилось. Там все плакали, рыдали. Но это был такой момент единения. И так приятно было видеть рядом сидящих, стоящих литовцев, которые кричали «Слава Украине!» и очень тепло принимали украинских музыкантов. Да, так вы видели то, что уже, все видят, да, потому что очень, была сделана реклама, да, хорошая. Но очень много приезжает, может быть, не таких известных, да, но очень хороших художников, или как там по-русски точно сказать? Да, правильно, это творческие люди, творческих людей, да, которые просто отдают свою душу. И вот то, что вот последнее был на одном мероприятии, где Каунасская община украинцев, да, организовала, тоже так было приятно слушать выступления украинских творческих людей, что просто многие плакали, да, мы все плакали там. Слезы сдержать на таких мероприятиях очень сложно. Вагандас, несмотря ни на что, так сказать, вы почетный консул, это понятное дело. В следующем году у вас юбилей, будет десятилетие вашей почетной обязанности. Но вы еще и бизнесмен. И у вас достаточно были тесные связи с украинским бизнесом. А как это изменилось с началом войны? Все действительно поставлено на точку? Нет, конечно. Конечно, нет. С Украиной наша компания работает с самого начала, да, с самого начала создания компании, это уже 30 лет. Вот, и, конечно, у нас там сотни, наверное, тысячи друзей, знакомых, партнеров, с которыми мы шли все эти 30 лет. И в Украине нам было комфортно, да, работать.
Конечно, конечно, с 2014 года немножко поменялось само ведение хозяйственной деятельности, потому что многие страховые компании уходили с Украины. Ну, это понятно, почему да, поэтому, тогда. Угу. Поэтому мы тоже должны были переориентировать свои потоки от импорта на экспорт с Украины. Но, как я всегда говорю, вот когда меня спрашивают, почему вы активно не инвестируете в Украину, я говорю, а что лучше, да, инвестировать 5 миллионов евро, делать инвестиции или покупать из Украины на 100 миллионов или 200 миллионов. Все-таки мы даем больше доходов для страны, потому что мы оттуда покупаем то, что производят украинцы, то, что нужно экспортировать. И мы создаем эти сети экспортные для украинских производителей. Но сейчас же логистика полностью поменялась. Да, но потихоньку ее тоже решаем. Через Польшу? Да, через Польшу, потому что другого сейчас нету потока, немножко через Венгрию, через Румынию, но все равно основная масса идет через Польшу. Вот. Конечно, есть там сложности, потому что польские ни железные дороги, ни логистические компании не были готовы к таким большим потокам, и поэтому есть там всякие сложности нюансы, такие, да, сложности. Вот, но что нас радует, что и литовские предприниматели, и украинские предприниматели, но они очень творческие, очень мобильные, вот такие, скажем мобильные, так, мобильные, быстрые, и они всегда находят эти пути. Не так-то так, конечно, с большими расходами, с большими потерями, но все равно пути находят. Ну, потому что невозможно, все понимают, что идет война, но если остановится экономика, то это будет вообще полный крах. Да, этого да, нельзя это, допускать. Это понятно. Поэтому мы и остались импортерами из Украины, поэтому считаем, что и здесь свой долг мы тоже свою лепту вносите. Выполняем. Да. Хорошо. И вы знаете, я понимаю, что это событие достаточно давних лет, но тем не менее, мне кажется, что опыт Литвы, например, вот для Украины, это хороший пример, когда вы еще, я уже не помню, в каких там, в начале, по-моему, 2000-х годов, да, приняли на уровне правительства постановление о том, что необходимо думать об энергетической безопасности страны. И там, ну, прошло, правда, много лет пока, но тем не менее Литва обеспечивает себя, например, газом, да, в Калининграде стоит этот терминал, я не совсем точно знаю, его выкупили, а в Клайпеде, да, извините. В Клайпеде его выкупили уже, по-моему, да, Литва выкупила этот газовый терминал. Все равно она пользуется, да, даже не важно, в чьей собственности, да, это потому что собственность это, ну, не, немного меняет, да, главное, цене, что это принадлежит Литве, да, да по да. договорам. Но я имею в виду, что вы в какой-то степени чувствуете себя независимыми от вот этой вот бензоколонки российской. Ну, мы так говорим, от трубы. Либо мы не зависимы от трубы, да? Да. Все равно мы зависимы от цены сырья в мире. Ну, это понятно, что конечно. Это импорт. Да. Если бы мы бы сами были производителями, да, или добытчиками, то тогда не было бы такой зависимости. Сейчас мы, конечно, зависимы, но не зависимы от одной трубы. Это очень-очень важно, потому что нас не может сейчас шантажировать. Да, и это уже давно. Это было не в прошлом да, году, давно. Не в позапрошлом да, году. Да, да, это Литва давно. Этот вопрос закрыла. Да, это был пример для всего региона, потому да. что только потом, намного позже, и Польша, и другие страны начали в это активно инвестировать и тоже создавать эту энергетическую независимость. Хотя еще до полной независимости всего региона, ну, еще далеко. Но мы надеемся, что как можно быстрее это все будет реализовано. Да, но тем не менее, вы идете все в этом направлении. Да. И вот сегодняшние события показывают, насколько этот вопрос важен.
и его необходимо решать, и перед его решением встали фактически все страны Европы. Да, но это уже делает тогда очень быстро, уже за большие деньги там, и с большими расходами. Ну да. И я, кстати, очень хорошо помню, у нас по украинскому телевидению показывали как раз сюжет. По-моему, Даля Грибаускайте тогда открывала этот терминал. Вот что-то да. у меня такое да, в памяти да, да. есть, так да? И, так и было. Так да. и было, да? Да. Вот, то есть и тогда уже в Украине говорили, были такие люди, которые говорили, что вот надо равняться на Литву и идти в этом направлении. А между прочим, очень многие страны мира этот опыт переняли потом, после этого. И даже знаю, что наших специалистов просили консультировать в других странах, как это можно оперативно решать, угу. такие проекты. Угу. Ванга, спасибо большое, что вы пришли и поговорили с нами. Очень приятно было познакомиться. И я желаю вам счастливого Рождества, хорошего Нового года, счастья, мира и покоя вам и вашей семье, Литве. Вот. И спасибо за то, что вы помогаете украинцам. Спасибо, что меня пригласили. И я хочу тоже от имени всей своей команды передать тоже самое наилучшее пожелание и всем своим друзьям в Украине, и вообще всем, всем украинцам. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. До свидания.